В Гомеле состоялось открытое молодежное первенство Беларуси по ушу. Участие в турнире приняли спортсмены из Беларуси и Украины. Всего около 200 человек. Гомель впервые принимал столь представительный турнир по ушу. Областная федерация этого вида единоборств была создана всего 2 года назад. За этот недолгий срок гомельские спортсмены успели проявить себя на внутренней и международной аренах. Успехи не остались незамеченными, и Гомелю доверили проведение республиканского первенства. Отчетные соревнования проводились в 2 разделах. Таулу – это спортсмены выполняли комплекс движений, и саньда – это, собственно, поединки. Мы очень сильно готовились психологически, физически все готовятся, но психологически мы готовили своих спортсменов, чтобы они были устойчивы, чтобы они знали, что это двойная ответственность – выступать дома, когда придут и родные, и близкие, и те же друзья, и одноклассники поболеть за них. Подготовка дала результат. В разделе «Таулу» команда Гомельской области выиграла 1-е место в общем зачете. В саньда гомельчане стали 2-ми, уступив 1-ю строку соперникам из Минской области.